мы фокусируемся только на том, что умеем делать лучше всех инфраструктуру, и нам нужны надежные партнеры, которые донесут value всей огромной экосистемы до заказчика. И SoftLine ровно та компания, которая нам в этом помогает. Вы работаете с огромным числом софтверных вендоров, имеете экспертизу в самых разных областях и наилучшим образом доносите value от нашей инфраструктуры до заказчиков. Теперь в фокусе в том числе и продажи аппаратной части железа. Важно тоже, что одним из фокусов внутри уже железной части явилось развитие SMB. На мой взгляд, вполне разумный, логичный вход на рынок. И SoftLine сделал это очень быстро, вот, по сравнению с многими другими партнерами. SoftLine второй год подряд SMB-партнер номер один. SoftLine — это молодая компания, несмотря на то, что вам 25 лет. Вы очень быстро учитесь и развиваетесь. И люди, которые давно работают, учатся чему-то новому, и вы очень быстро набираете ресурсы, если они вам требуются для того, чтобы научиться чему-то новому. Наверное, вот это самое главное. Вы все время трансформируетесь, все время в движении, и все время учитесь чему-то новому. SoftLine изменился очень сильно. Сначала вы были просто реселлером практически коробочного программного обеспечения и лицензий. После этого вы поняли, что необходима экспертиза по консалтингу, по внедрению этих решений. Перешли на инфраструктурную платформу и, наконец, сейчас объединили все это вместе и стали таким огромным сервисным вендором, на мой взгляд. Сейчас вы, на самом деле, имеете всемирный международный охват. Я боюсь, что в следующие 25 лет вам придется выходить за пределы планеты Земля, потому что Земле станет тесно для вас. Но вы планомерно работаете над тем, чтобы средний возраст сотрудников уменьшался, да? Компания становилась все моложе и моложе. Так и надо, двигайтесь вперед. Не бойтесь брать молодых сразу после института, они очень здорово учатся всему новому. А это как раз ваше конкурентное преимущество. Двигайтесь в эту сторону. Но и ни в коем случае не теряйте костяк тех людей, которые несут традиции, тех людей, которые выстроили эту компанию и уже построили долгосрочные отношения с заказчиками и с вендорами.